Всем огромнейший привет, мои дорогие зрители! И если вы давно подписаны на мой канал, если вы просматриваете мои видео, то вы знаете, насколько сильно я люблю украшения, бижутерию, насколько сильно я люблю красивые, качественные украшения. И да, это будет очередное видео о моем заказе с сайта Be In Style, поэтому, кому интересно, оставайтесь со мной. Да, продукты и украшения были присланы, конечно же, на обзор, я этого не скрываю, но тем не менее, мне посылка понравилась просто безумно. Итак, первый продукт, первое украшение, которое я выбрала с этого сайта, это вот такие вот сережки. Мне кажется, они очень элегантные, они подчеркивают какую-то нежность, красоту шеи. Я думаю, что в этих серьгах я буду часто представать перед вами видео, постоянно буду снимать именно в этих сережках свои видео, мне они безумно понравились. Да, они немного тяжеловатые, они выполнены именно под винтаж, безумно качественно сделаны, качественного исполнения, цена у них средняя, они не дешевые и не дорогие, но я думаю, что они шикарно просто смотрятся, и я безумно довольна своей покупкой. Я обожаю серьги из всей, наверное, бижутерии. У меня на первом месте идут именно серьги, потому что кольца я как вот по своей рабочей деятельности, как правило, не ношу до сих пор, хотя нахожусь в декретном. Ожерелье, какие-то кулоны у меня тоже не в ходу, но вот серьги я просто обожаю, я люблю их надевать просто когда нахожусь дома и когда я нахожусь со своим ребенком, даже не накрашенные люблю надевать подобную бижутерию, поэтому я безумно довольна. Следующее, что я выбрала на сайте Be In Style, это вот такие миленькие сережечки по распродаже. Они выполнены в виде сердечка голубого цвета, и это сердце окаймлено стразами. Все серьги, которые я выбрала, они имеют вот такую вот застежку, то есть она, как правильно называется, она такая загнутая сзади, и сзади стояли такие ограничители, которые я, как правило, снимаю. Если дело не касается вот таких вот сережек, которые не изогнуты сзади, а именно прямые, я думаю, что вы меня поняли. Что касается этих сережек, то немного я расстроилась, потому что, к сожалению, по центру этих серег сделаны такие отверстия, которые не очень красиво смотрятся. Я понимаю, что через эти отверстия сережка как-то формировалась, что вот именно центральный страз как-то крепится к основанию, но мне кажется, выполнено не очень красиво. Я, конечно, понимаю, что на видео где-то там в народе, там, где я буду мелькать именно с этими серьгами, никто приглядываться не будет, но вот такой вот небольшой нюанс, который мне не очень понравился. Я думаю, что считаю своим долгом просто вам об этом рассказать. Следующие серьги, которые я себе выбрала, они вот такие вот с красными камушками на, ну, в золотом таком исполнении, так скажем. На эти серьги тоже была распродажа, я уже с этими сережками сегодня снимала видео о заказе Avon по 7-му каталогу. Серьги, мне кажется, очень кокетливо смотрятся, они отлично дополнят какой-то летний образ, там с сарафаном, с платьем, даже с какими-то там разлетайками штанами, почему бы и нет, я безумно довольна своей покупкой. И немного, конечно, подстерлось вот это вот золотое обрамление вот именно на застежках. Я думаю, ничего страшного, подушками не будет видно. И очень-очень довольна, я люблю подобные вещи. Также хочу сказать, что вся бижутерия шла в фирменных таких пакетиках, очень приятных. И эти пакетики я, как правило, храню и тоже складываю в них там какую-то свою мелочь. И последние сережки, которые я выбрала, вот такие вот миленькие ромашки розового цвета. К ним абсолютно не придраться, на них тоже скидка, просто шикарная какая-то акция. Кстати, на сайте Be In Style идет шикарная акция, там идут скидки до 80%, поэтому обратите свое внимание. И раньше, в доютубные времена, если бы я увидела подобный сайт, особенно когда я училась в университете, училась в школе, я просто балдела по бижутерии, и я не знала, где ее заказать, а у нас в городке просто негде было ее купить. Если бы я знала о существовании подобного сайты, или если бы все времена мне кто-нибудь сказал, что Ань, зайди на этот сайт, ты сможешь оттуда заказать много-много продуктов по распродаже, то я была бы безумно довольна. В общем, вот такие сережки, в них просто все очень нежно подобрано, они мне безумно понравились, и вот такая вот нежность. Буду обязательно видео
снимать вот именно вот в этих сережках, и не раз вы меня в них увидите. И последнее, что я выбрала с этого сайта, и на самом деле я выбирала с него уже для себя и леггинсы, и шарф, и обложку для водительских прав, и что только я там уже себе не выбирала, и на этот раз я рискнула и выбрала себе часики. Вот такие вот часики. Я долго думала, какой мне взять цвет, там и розовый, и красный, и белый. Я подумала, что черный вариант, он самый такой актуальный, он подойдет под все луки, под все стили. И, в общем-то, часики на кварцевом механизме, они на батарейках, батарейки идут в комплекте. Ремешок довольно-таки качественно сделанный. Я не знаю, кожа это или нет, но мне кажется, это не кожа. Ну, хотя, еще раз повторяю, качественный ремешок. Часики в таком замечательном винтажном стиле, в общем-то, они мне как раз, потому что зачастую я заказываю часы там с каких-то сайтов, они мне велики, у меня, потому что кисть на самом деле очень-очень тонкая, и мне подобрать часы — это целая проблема, и не все часы на мне смотрятся хорошо, даже если они мне как раз, они смотрятся на мне как-то громоздко, как-то уродуют мою руку. Но вот эти часы мне понравились, я их обязательно-обязательно буду носить. Девчонки, это был вот такой вот мой небольшой заказ с сайта Be In Style. Если я заказываю себе украшения либо какую-то продукцию сайта Be In Style, я знаю, что продукция придет хорошая, что у меня будет отличное настроение. Я безумно рада, что поделилась с вами своими эмоциями, своими впечатлениями. И всем огромное спасибо за просмотр и до встречи в новом видео. Пока-пока!